Мы представляем нашим партнерам очередной отчет о ходе строительства экотехнопарка. Сегодня мы посетим строительную площадку и получим комментарии представителя подрядной организации. Кирилл Сергеевич Шумский, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж», расположенного в поселке Дружный, рассказывает о том, что в данный момент на территории экотехнопарка, помимо прочего, производится армирование пилонов и диафрагм жесткости анкерной опоры. После демонстрации и комментария работ, производимых на концевой опоре, он приглашает съемочную группу ознакомиться с тем, как происходит монтаж фундаментных стаканов под промежуточные. По пути к месту производства данных работ Кирилл Сергеевич показывает степень готовности к установке и монтажу уникального струнного ограждения. Поскольку это не простой забор, а высокотехнологичная разработка Skyway, то в ней продуманы все детали. Это очень легкая, точная и ажурная конструкция. Тем не менее, она дешевле, чем обычный забор, хотя намного надежнее и эстетичнее. Уже пробурены отверстия, в которые через каждые 15 метров будут установлены стойкие опоры. И даже если кто-то попытается повалить одну из них, проникнуть на территорию экотехнопарка не получится, нужно валить как минимум десяток. На месте монтажа фундаментных стаканов под промежуточные опоры мы стали свидетелями как непосредственного осуществления данной операции, так и познакомились с ее результатом. У нас также состоялся очень интересный разговор с представителем подрядной организации о сроках производства запланированных работ и наличии у подрядчика всего необходимого для их своевременного исполнения. Представители пресс-службы с удовлетворением услышали ответ главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» Кирилла Сергеевича Шумского, который отметил высокие стандарты Skyway, проявляющиеся как в проектировании, так и в организации снабжения строительства такого сложного и уникального объекта, как экотехнопарк.